Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира. Пятое место после Олимпийских игр Загитова выросло на 3 сантиметра, она этого не понимает. Она сама говорит, что никакого пубертата нет, надо поменьше есть. Нет, пубертат есть, он вот так ломает, когда ты вырастаешь, мысли чуть-чуть не успевают за твоим ростом и у тебя теряется координация, потом мысли догоняют, спортсменка опять возвращается. И так часто бывает. На прыжки пошла, даже не задумываясь, Загитова потрясающе провела разминку, что говорит о том, что она была готова, на разминке не соскочила ничего. Она не привыкла падать, не привыкла, что что-то неудобно. Говорят, у нас в сборной Алинку ночью разбуди, привези в другой город, она наденет коньки, будет прыгать и всех перепрыгает, непростое дело, чемпионат мира. Но такое бывает у всех, у каждого спортсмена. Надо это пережить, надо тренироваться, сказала Тарасова в эфире Первого канала. Загитова, пубертат, просто нужно закрыть рот и не есть.